Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Наконец-то Бравл Старс добрался. Я до Бравл Старс, и у нас закончился сезон. Мы, соответственно, сейчас получим с вами плюшки за предыдущий сезон и определимся, что же нам делать дальше. Потому что я что-то этих 2 недели, там фактически начало недели поиграл, потом забил. Надо все-таки апнуть и побить наш рекорд, апнуть 19К. Мы набили там 18500, по-моему, у меня потолок был. Плюс 3500 мы получили. Отлично. Сейчас мы глянем, сколько там у нас было максимум. 18 439. То есть это наш был потолок. Теперь у нас есть новая цель. Сколько? 14 дней, 2 недели. В принципе, 19К. Я думаю, мы с вами апнем будем. Возможно, на этой неделе больше стримить. Так, ну что у нас? Еще один недостающий скин. Бум. Темный рыцарь Джесси. Вот так вот. Ну, осталось. Я специально их не покупаю, этих 2 скина. Еще, по-моему, ворон есть. Больше ничего интересного нету. Печально, печально. Так, что у нас по картам? Сейчас будем определяться, что там у нас вообще, на каком месте мы в топе. Даже не в топе, ну, общий загнул я, конечно, 22, 53, ну, надо 18 капать, как минимум, а то и 20, чтобы выйти там в топ-10. Такс. Убрали у нас одну веселую локацию, был 600, 600. Где там наша Джесси? Посмотрим сейчас на нее сразу. На наш новый скин. Поехали, посмотрим. Кстати, классный герой, мне она тоже нравится, но как-то, блин, зачастую в рандомах, я в рандомах в основном апаю. Это, конечно, печально. Бывают такие тиммейты попадаются, что я не особо. Давай, забегай, бро. Да, что-то, ребята, вы прям совсем приуныли. Тихо, ша! Не убивай меня! Не надо! Не надо! Бля, вору, ору, если бы сейчас слились, это было бы весело. Неплохой, конечно, герой. Поехали дальше, посмотрим, что там еще интересного. Полет фантазии. Ну, поехали в парные. В парном, знаете, я вот что не люблю одиночное. Одиночное вечно в какую-то такую срачелу попадешь. В парной хоть шанс есть, что хоть где-то ты реснешься потом. Ёпарасете, ёкаламане, Broken Blade, что ты сделал? Ты подставил меня. Как ты мог? О май гад.
А такой был должен быть эпический видос. Типа зашел и всех нагнул и вышел. Конечно. Тот случай. Супер. Мне нравится мой тиммейт. Вообще отличный пацан. Красавчик. Просто красавчик. Вот так вот ребята апаются кубки в рандоме. Сейчас все, наверное, апают просто. Все злобные. Релакс. Ну вот сейчас мы с ними расслабимся здесь. Однозначно. Один прыгает сразу же на других. Второй просто... просто афкашит. Ну, красавчик. Сейчас вангую кого-то потащат. Бро, как я тебя спас? Ай-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило. Обидно-то как, да? Че у тебя такие маленькие стрелки? Сейчас меня потащит. Будет get over here. Бро, ну что ты делаешь? Все, сидим, сидим и ждем люлей. Бля, вот что это было? What the fuck? Что это за хрень? Что это за подстава была? Я должен был там их просто развалить. Но что-то пошло не так. Тащи меня, не тащи его. И какой тут без вариантов просто. Но Дино красавчик. Ну хоть вернули. Но это просто было подстава. Давайте еще разок. Красава. Попал два раза на видос. Так, ну, надеюсь, он сейчас не будет спать. Как ты мог? Хорош. Хорош. Только подождал бы меня хотя бы чуть-чуть. Засранец. Так, а где второй его? А, он, вижу его. Бро, ну там же ж панда, ну ты что, не видел этой срани? Да перестань. Что ты меня так... Блядь, что за лаги? Что за хрень? Что за срань, вот реально? То ли из-за того, что все играют? Ну это реально печаль. 3-4, ладно, 3-4 шестерки, это показатель того, что сейчас вообще не стоит играть. Вообще, я вот заметил, что в первый день тупо лаги, после скидывания тупо зависание, ну, в принципе, вот оно и есть. Просто тупо трэш происходит. Так, пошли все в сраку. Тут я тащу. Или он... Не, все-таки я. Бля, ну что за подстава? Ну куда ты бежишь? Это просто, ребят, это просто эпик фейл.
Я по-любому этот видос выпущу. Как же не фейлиться? Я в шоке. Вот как оно лагает, вот как можно играть в Brawl Stars, когда вот такие вот лаги. Вот реально из-за этого бомбит, и не хочется просто играть, сливать кубки. Супер, супер. Красава, бро. Нахрена было бежать на двоих? Вот для чего? Это печаль. Это боль. Опа, чик. Настрелял в срачелу. Блядь, чё ж оно так лагает? Нереально просто. Просто нереально. Ну достань же ж ты его, ну что за фигня-то, а? Вот обидно. Как еще отучить себя автоатакой пользоваться? Вот это тоже. Давайте, ребятушки, подарок вам. Нифига себе, вы видали? Вы видали это? Вы это видали? Тихо, тихо, ша. Бро, не балуй. Зачем он его убивал? Семён, Семён, что ты наделал? Как ты мог? Так, что у нас еще интересного есть сегодня в первый день? Бровл Бол. Давайте на крылью сбегаем. Интересно тоже посмотреть, здесь лагает или нет. Падла, она такая медленная, вот реально, вот такая медленная. Это мой был фраг, бро. Так, идите все в сраку. Первое место, ёпта. Куда нахер? Это все лагало, ребят. Это все были подлаги. Долбаные подлаги. О май гад, что тут делается? Что тут делается? Что тут творится? Второе место. Ран, Вася, ран. Блин, подлагивает реально. Еще по-любому кто-то где-то в кустах сидит. Ну, здравствуй, подружка. Здравствуй, подружка, это я. Люблю Росу унижать. А, не убивай меня! Не надо! Второе место. ЁПРСТ. Как так? Вот это мы просрали первое место, ребята. Это ужасно. Может здесь апать кубки, тут не лагает хоть.
Реально, можно хоть как-то бегать. Да. Что я могу вам сказать? Вот такие вот, ребятушки, дела. Идем еще в 3 на 3 сбегаем. В общем, пишите комменты, а к нам рвется зуба. Вчера мы играли, блядь, они уже запарились с этими. О май гад. О май гад. Думаете, мы сольем? Я думаю, да. Чай. Больше всего не люблю вот эту карту. Потому что здесь надо брать только дальников и только с ними выеживаться. Ну, хотя, в принципе, у меня дальник. Да забирай, забирай. Да ладно. Ёпары СТ. Это чё, блядь, пропустила, что ли? One love. Вот так вот, ребятушки, пишите комменты, ставьте лайки. Будем стримить дальше. Всем удачи, всем пока.